Далее говорят об эти штуки, вот эти бутылочки. Кстати, вот это с пивом нормально, с пивком. Только надо вот айс использовать. Айс вот это пиво, айс вот айс. Если... У пацанов, я помню, у Сережи бутылка, я смотрел, стоял все время, лет 7-5, вот тенни, играем 7, 6, знаешь. А это его деда. Там деревянный такой, вот, с стеклами, стеклянные эти. И там эти бутылочек вот таких, я не знаю, там штук 100. И я все время на них смотрелся, а они полные. А я уже пью, ничего. А это, наверное, пацаны, я еще раз говорю, а пьют водку, а это оставляют, а берут по две. Может, здесь уже, когда поедем, там выпьем. Когда выпил, поехал, знаешь, сюда, в Америку, переехал в Москву. И мы один раз, по-моему, с ним выпили. Это получил, конечно. Шикарно, я даже стал. Она вообще еще да, я уже пил.